Всех приветствую. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, можно ли осуществить такую интересную операцию, как сварка трения на маленьком токарном станочке, ну, наподобие моего ТВ-4. В общем, хочется попробовать и выяснить все же, можно ли это сделать. Для примера возьму сверлышко и попробую к нему подварить с этой части еще часть концевика. Для этого нужно зажать в патрончик. И сделать надо небольшую лунку. Лунка нужна для того, чтобы середина не цепляла, потому что середину очень трудно продавить. И металл может не разогреться просто-напросто. Поэтому надо немного центрануть. Только что патрончик у меня кривой. Это может помешать делу. Но для примера, по крайней мере, посмотреть, можно или нет. Я думаю, мы сможем провести этот эксперимент. В качестве ответной части возьмем обломок сверла. Я его здесь немного от ржавчины обработал. Вот, и он сюда вставляется и даже немного центрируется. Ставим его в патрон. Нужно посмотреть, чтобы он довольно точно сюда совпадал. Патрон у меня кривой, поэтому может быть биение. Вот оно и есть. Ну вот так вроде минимум. Для большей надежности подпер патрон резцом с суппортом поперечной подачи. Так, оборотики 500. Включаем, пробуем сварить два этих концевичка. Поехали! Как видим, первая попытка неудачна. Сильно большой вылет сверла, сверло болтает. Так, значит, надо его уменьшить и попробовать еще раз. Итак, попытка номер два, на этот раз без лунки. Может быть, она какую-то роль свою сыграла. Поехали. Ну, короче, не знаю, что получилось, нет. Но разогрев был, давление было. Не знаю, насколько свариваемые металлы, но как-то сверла приваривают концевикам. Должны быть, по идее, свариваемые. Пробуем оторвать. Пробуем, что получится оторвать, не получится. Ну, вообще легко. Это опыт неудачный. Есть у меня еще одна задумка с других металлов попробовать. Все-таки это сверла. Возможно, они плохо свариваемый металл. В этом я особо не разбираюсь, но подписчики просят показать без проблем. Поэкспериментируем. Для третьего эксперимента возьму два вот таких винтика. Здесь я немного обточил выступающие части. Штамповка была здесь нанесена. Попробуем, может быть, удастся их приварить друг к другу. Проблема в том, что здесь очень не жесткая конструкция. Мало того, что вылет большой задней бабки, еще и вот это место самое тонкое. Да и вообще патрон, он не отцентрированный.
Ну, как видно, тут даже не в центровке дело, потому что начинает просто тупо болтать, колбасить из стороны в сторону. Я здесь даже немного поджимаю винтом фиксации пиноли. Пробуем, попытка номер 3. Думаю, это последняя будет попытка. Ну, что-то мне подсказывает, что здесь должно все получиться. Потому что эти стали точно хорошо свариваются друг с другом. Был разогрев. Так, надо открутить патрон. Попробую сломать. Оп, отскочило все-таки. Итак, друзья, резюме этой басни таково, что данная операция недоступна на столь маленьком токарном станке. Разные варианты я пробовал, я еще пробовал до этого что-то пытаться приварить, но это нереально. Слишком мало жесткости, станок шатает, задняя бабка все время колеблется, как сумасшедшая. В общем, ничего хорошего из этого не получается. На этом все. Кому видео было интересно и полезно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Благодарю за внимание и всем пока.